Хата, вечерница, баня, а теперь и бассейн. В хуторе «Своя ферма» появилось еще одно место для семейного отдыха. Бассейн подогреваемый, температура воды 29 градусов. Есть лежаки и лаунж-зона. Отдыхать у водоема можно будет круглогодично. Бассейн был построен в рамках национального проекта. Бассейн – это очень востребованная услуга, потому что всем хочется отдыхать рядом с водоемом. В Ульяновском районе, значит, в непосредственной доступности вот городу, да, очень удобное расположение, и нам не хватало вот этого водного объекта. И благодаря гранту, который был предоставлен, соответственно, Ульяновской областью, с поддержкой Ульяновского района был возведен вот этот вот объект. На реализацию проекта инвестор выделил 2 миллиона 300 тысяч. Предприниматели добавили свои средства – около 1 миллиона 200 тысяч рублей. На эти деньги построили подогреваемый бассейн, закупили необходимое оборудование, лежаки, пляжные зонты, обустроили зону отдыха. Все как на настоящем пляже. Новый объект оценили по достоинству. Особенно бассейн понравился маленьким жителям региона. Ну, конечно, нравится. Будем посещать бассейн и отдыхать. И очень рады открытию таких развлекательных летних для детей особенно. И очень благодарна организаторам за то, что пригласили. На праздничном открытии гости смогли поплавать, поучаствовать в аквапати и заняться акваэробикой, зарядиться летним настроением. Такой же подогреваемый бассейн в этом сезоне откроется и на Сезинском шоссе. Ну, вообще сейчас тренд на экологический туризм, на агротуризм. И поэтому не зря сегодня проект был реализован на территории агротуристического комплекса. И вообще вот такие вот модульные термальные бассейны, их можно реализовать практически везде. То есть на них не нужно иметь специальное разрешение, это не капитальное сооружение. Хотя в некоторых случаях заливается определенная чаша бетоном, но есть определенные зоны, где разрешается такое строительство. Бассейн в хуторе «Своя ферма» будет радовать ульяновцев благодаря нацпроекту «Туризм индустрии гостеприимства». Также в этом году в рамках нацпроекта в регионе планируется поддержать еще порядка 15 инфраструктурных проектов в сфере туризма. Конкурс на предоставление субсидий предпринимателям уже стартовал. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.